Сказал, что нужно сдать его на руки. Все, давай, лейбе, быстрей. О, да, уровень стартует сейв. Давай, уровень. Мне нужно больше. Да, да, дед. Давай. Че он делает? Я ему мою руки. Все. Да, все, он исчез. Бурень. О, да! Краски, неужели? Я жив. А он всю кровь восстанавливает? Да, до максимума. Артём, больше слонин бет не выкидываем, понял? Стоп, а где мы пистолет? Просто гопники выглядим какими-то. Подожди. Объясняй, это у вас что-то подобрал. Кто подобрал? А что там бинты разбросали? Где мой пистолет? Антон, дай мой пистолет обратно. У меня свой. Его, у тебя есть М-ка. А, ну ладно, пойдем. Тут на русских серверах действительно ловить нечего. Во-первых, тут народ не очень дружелюбный, стреляет, как только завидит. Не, ну не везде. Да, я нашел вот малого, я сейчас, когда к вам бежал, он меня уже хотел есть. Я, ну, с малым договорился, мы с ним поменяли молоко на бинты, я побежал дальше. Повезло. Ну да. Он при. Ну, как бы, когда на тебя смотрит малый с эмкой в противогазе, захочешь отдать молоко на бинты. Есть молоко, а если найду? Он грибы, что ли, собирает? Кто? Ты. Что ты делаешь? Со скоростью Соника. Чувак, что с тобой? Если я бы тебе выстрелил, ты не умрешь? Вот, и остановился. Слушай, давай не будем проверять. Пошли сначала здесь, ампутаем потом. Ща я посмотрю, у меня, по-моему, даже его нет. Не, у меня закончились, все, у меня их нету. Ну, на аэро, походу, никого. Вы уже там? Ну, лишь. Антон уже там, я смотрю на Артема фантом. Черт, он поднял мосинку! У меня что-то мосинку парень не срывает. Не хочет доставать. Он не хочет убийств. Да блин, что это вообще баги жесткие. Ну знаешь, он получил здесь зелье и стал против насилия. Кто? Ты. Я против насилия, когда я такое говорил. Когда ты получил звездилет, мне топором. А-а-а. Я пошел, короче, прикрывать. Конечно, блин, на мосинку не могу достать, как я буду прикрывать? Я не могу найти аэропорт. Нуп. Я буду вышки, дальше не знаю, куда идти. Иди по дороге песчаной. Подожди, там есть дорога песчаная? Давай.